Это будущее. Да. Будущее. 2030 год. Понимаем. Да. И нигде же не написано, нигде не написано, что это. Где вы видите японский флаг или японскую символику? Просто азиаты, люди азиатской внешности. Какая это не просто 200 лет, это 200 лет это. Маска, маска. А? Смешнее можно повторить и еще повторить. Сегодня мы исследуем тему сна. Кто они, эти повелители снов? У них нет национальности. Они не имеют четкой политической принадлежности. И у них нет каких бы там ни было сверхспособностей. Но одно они имеют точно. Это стремление изменить мир.